И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Royal Quest. И сегодня... Я не знаю, что я буду делать, но в целом давайте я сначала почитаю вам комментарии, которые мне писали. То есть, в целом, я в двух предыдущих видео говорил, типа, народ, пишите там задания, все дела. И в итоге, просто тонна от вас отзывчивости, вы просто... В кавычках самый офигенный зритель, я вам так скажу, просто самый активный зритель в кавычках. В общем, суть в чем? Ну, так, насчет Сары, это понятное дело. Вот задание тебе, выбить топор, 49 уровень, нас и саламандров, типа это, короче, тебе поможет. Будет нужно, все дела. Насчет топора, не знаю, нужен он мне или нет, потому что у меня есть молот молчания, который очень даже офигенный. Енигар мне дарил, так что насчет этого я не знаю, он 45-го левела. Вот, ну ладно, топор так топор. Дальше. Один мне в личку написал то, что там про промокод, но видео не увидел. Вот, потом Нефрит дороже. Хорошо, спасибо. И просто один комментарий меня удивил. Не, даже, знаете, не удивил, порадовал, даже рассмешил. Тем, что под видео, где я прохожу вот эту вот данж, вот этот данж, на карте Warlocks. Я в прошлом видео проходил, точнее, в позапрошлом видео, где про премы говорил. Я его проходил там, и там написано под этим видео, комментарий, у тебя в Warlocks есть ежедневка, ее проходить каждый день, и все пучком будет. Я этот квест проходил на видео. Да. В общем, короче, такие вот дела. Вот, стрим ПЖ. Ну, а стримы вы не посещаете, так что толку от стримов никакого. Там 3-4 человека сидит, и все. Максимум было 6 или 7 даже человек. В общем, стримы мало кто посещает, легче всего видео снимать и меньше заморочек. Так, это под одним видео. И под вторым, на каком сервере играешь? Я играю на Гранасе за мечником. Испытание выбить топор, опять он же самый написал ерор, то что выбить саламандр желательно слотовый. Так. Зачем тебе сало? Пачки, один там написал то, что типа там я и не должен сливаться, типа, с мобов и так далее. В общем, типа я, по идее, должен быть такой мощный и не сливаться. Вот, такие вот дела. В общем, короче, это все фигня. Ну, конечно, каждый смотрит свои сраные колокольни, и люди просто элементарно не понимают там билд, все дела, то есть что это, как бы я здесь все вкачивал в силу. Если бы я все вкачал, как изначально я хотел, выносливость, то есть все как положено бы я сделал, я бы, конечно, я бы танчил его в легкую. Вот, ну, в целом, как бы, у меня сейчас такой билд, я переделал его и, как бы, блин, господи, как ты, защита Мартока. Марток. Да ёб твою ж налево. Так, они вообще уже не стартанули случаем? Ага, нафига ты мне в друзья добавился? Ну, ладно, окей. Я здесь вообще его не вижу, кстати. Не, они, походу, дело уже стартанули, так что... А, не, вот он ты, блин, я тебя даже не видел. Не, окей, так. Я сейчас думаю, все-таки сначала Марток пройдем. Так, что на ту кнопочку нажал. И чуть ли запись не остановил. Мы. Чё? Господи, дебил, блин. Ладно, окей.
Так. Пригласить в группу. Привет, господи. Погодите. Привет. Так, 42-й левел. Из доспехи Эмбера. А, это про мои доспехи имеет в виду, что у меня плюс 10? О, круто, у меня плюс 10, оказывается, точно. Да что, это мои... О, блин, точно, я и забыл про свой шмот. Так, надо собрать, короче... Надо собрать народ. Так, Так... Кто... Марток... Не хочу ждать. Не хочу реально ждать и ваше время тратить. Вот сейчас дело пойдем на Саламандр. Потому что в двух мы точно не пройдем. И, наверное, в следующей серии уже буду проходить на все это дело. А, или что, народ собирается, что ли? Кстати, да, я здесь себе... А, ну я здесь уже забрал... Я себе забрал четырехлистный клевер. В целом я ничего... А, что, они уже стартанули? Ну окей, погнали. Втроем. С такими мелкими левами. Могем, что ли? Я не ДД, ёкарный бабай, я говно ДД. Вы на меня сильно-то главное не рассчитывайте. Я вообще двинуться не могу. А, все, короче, я еще клавишами путаюсь. Я единственное могу поставить нормально знамя и. Все, короче. Что-то как-то это так было неожиданно, я даже не подготовился. Ни морально, ни физически. И. Да, чтоб там тебя, зараза. Эх, понеслась, как оно красиво. Вот так вот. Не, нормально. Я забыл, что магия ядрешеньки, когда мажет эту супер стенкой, и нет проблем. Пряморукие маги. Так, ну ладно, нормально. Квест проходим, и на том хорошо. Есть шмот для меня. Откуда нафиг шмот у меня? То что я все продаю. Все обычным ПЦ продаю, у меня ничего нет. Что-то глянем, что-то вообще. Я только лук гладиатора, сапоги Эмбера, перчатки Эмбера. Кстати, сапоги Эмбера еще тогда выбил, оказывается. В целом, меня поражает эта вот активность в комментариях и так далее. Люди пишут там, там, классно снимаешь, снимай больше, там, стримы, прочее и так далее. Что делать? Вот что делать? На стримах, на видео, вот что делать? Вот скажите мне. Я специально уже думал, блин, все, я сам ничего не могу придумать, уже у вас попросил помощи. Типа, пишите в комментариях задания, все дела, думаю, сейчас нормально попрет, будет, будем по заданиям проходить, и все норм будет. Я надеялся, что все норм будет, я надеялся, что по заданиям будет, и все хорошо будет. Нифига. То есть, вы не пишете никаких ни комментариев, ничего. То есть, по сути, вам просто-напросто плевать, что смотреть. Не, ну если вам плевать, что смотреть, то мне-то как бы тоже это в плюс будет. В том плане, что я
не буду заморачиваться. Ну, допустим, первую серию, ну, давайте-ка пройдем вот этот квест. Почему бы нет? Вот. Вторую серию, ну, давайте что-нибудь повыбиваем. Во, точно, я буду, короче, топор саламандр выбивать. То есть, готовьтесь к тому, что я буду, короче, в субботу я буду постоянно проходить только этот квест, а в среду я буду постоянно выбивать молот саламандр. Не, ну раз вы активность не проявляете, единственное, кто мне написал, это только топор с саламандр выбей. И все. То есть, я понимаю, что это, по сути, правильное задание. Это нужное задание. Но я этот топор буду выбивать месяцами. Учитывая, что я играю раз, буду пытаться выбивать его раз в неделю, я его буду выбивать месяцами, в прямом смысле слова. И раз это для вас нормально, то хорошо, давайте я буду именно... Опаньки, я промахнулся. Я по корявому промахнулся, прям по жесткому. Вот. Так что... Я, конечно, вот этого всего не понимаю, в чем весь прикол писать там сообщение, где Royal Quest, давай Royal Quest, там и все в таком духе, но при этом не хотеть, чтобы хоть такое-то было разнообразие. Я, конечно, уже задумывался о том, что просто в целом, короче, от и до полностью рубрики все нафиг чертям собачьим поменять. Вот, и Royal Quest убрать, и Panzer убрать, и вообще полностью перенатачиться на другие... Так, включаться. Чё, чувак там помер, что ли? Эй, чувак, ты чё, помер, что ли? О, воскресили его, супер. Ёп! А, он превратился в курицу. Господи, я думаю, где нафиг, какого фига? Потому что только что был. Альфа-самец. В целом, один на один с ним я могу справиться, но... Я постоянно увожу от наших только его. Вот, ну, самое главное не тупить с хилом и так далее. Вот, ну, это чисто один на один, заморачиваться, конечно, неохота. Уже как бы могу справиться, но в целом лучше поискать пачку также с одного-двух человек. Так, нефрит, говорите, да, дороже стоит? Ладно, возьмем нефрит, короче, да. Блин, нагнулся. Ну ладно, короче, пускай пока нефрит будет в следующий раз. Так, в следующий раз тогда я там... Я не помню, сколько тигрин глаз. А, можно на рынке, кстати, глянуть. Иди. Пати. Так, и покину группу. Так, все, погнали отсюда. Хорошо, погнали к саламандрам. К саламандрам... К саламандрам это надо мне... Опс, это не туда. Вот. Если он мне еще раз напишет, я его в черный список закину. Ну так. Надоедливых не люблю. Такие вот дела. Так, погнали сразу вниз. И будем уже выбивать саламандром всякую пакость. Ну там просто я буду выбивать всякую пакость и надеяться, что мне выпадет топор, тем более слотовый. Так, F7, правильно, да, F7. О, хиновая пластинка. Давайте-ка все соберем. Лишняя краба. Окей, у меня что, перегруз, что ли? Перегруз по весу, я что, все не продал? Оу, я ничего не продал. Ну ладно. А, не, фигня. Давайте-ка я пойду-ка все это скину. Потому что, блин, я забыл, я реально, я тогда сразу после записи выключился. И все. И реально же все. Поднеслась душа в рай, нормальным.
сейчас по почте отправлю нужные предметы на мой второй склад. Так. Значит, я всю эту пакость отправляю, а там уже будет видно, что да как, да где. Чтобы без лишних заворочек и освободить себе инвентарь. И все будет хорошо. Так, ну, это у нас для снайпера. А, ну, на разных аккаунтах. А, ладно, так, короче, сделали. Короче, все. Все, отправлено. Замечательно. Потом я уже разберусь, что как, где, там, на почту залезу и так далее, чтобы уже время не тратить слишком сильно. С выяснением, что нужно, что не нужно. Вот, и уже погнали к варанам. Чё, времени у нас еще есть, выбиваем с варанов шмотки и так далее. Раз, как говорится, вам пофигу, что я снимаю. Главное, чтобы видео было. То буду убивать варанов в большом количестве. И долго. Очень долго. Так. Ну, погнали. Да, конечно, мне нечем отметить, чтобы они там на карте отображались, так что вообще пофигу. Так, а если был высок? А, ну ладно, окей. Стоять. Чуть-чуть рука сдвинулась вниз. Прикиньте, сразу так с первого же выбивается у меня топор, еще и слотовый. Я тогда вообще не буду знать, что делать во втором видео. В среду. А, черт побери, это будет. А вот на саламандрах. Какие вараны, мне же саламандры нужны, господи. Вот лупотрясина. Так, чем там с него выпало-то? А, золото выпало. Жвачка, кстати, давайте-ка вот это вот захаваем. Травяной чай, это нафига жвачку захаваю? Ну ладно, пускай будет. Травяной чай. О, и давайте четырехлистный клевер. А, нет, четырехлистный клевер я лучше в следующем видео захаваю и нормально будет. Саламандра, значит, да? Окей. Белый песок. Прозрачные крылышки, это с этих. Пластинка тоже с них. Саламандра здесь ничего не падает. Ну ладно, пускай хоть на карте хоть что-то будет отмечено. Да уж, конечно же, мне бы тут не помешала бы вода, либо яд. Да блин, опять у меня рука съехала не туда, куда нужно. Да ладно. Левел у них очень огромный. Сравнительно со мной. И я поэтому от них огребаюсь. Ну супер, у меня ангел-хранитель сработал, у меня деф понизился еще сильнее. Профукал момент, блин, не отвлекает этот чат. Я его сейчас забаню, если у меня что, сейчас напишу что-нибудь. Я реально, я его в черный список закину. Нафиг. Раз отвлекся не туда. Не, я его, короче, сейчас закину в черный список, нафиг. Раз не отвечаю, ну смысл мне писать? Игнорировать, хотите, ну, игнорируем. О, да, игнорируем. Супер, просто, просто офигенно. Сейчас. Я понимаю, что это сам накосячил и так далее, но... Если я не отвечаю, то смысл мне писать? Я и так не хочу играть в RQS, потому что меня тупо это раздражает. Я не знаю, что мне сделать. Вам вообще насрать, что будет. А мне и подавно. Я могу просто так тупо побегать по локации, и все. Но... Лично мое мнение, это будет идиотизм драный. Я сам ненавижу такие видео, смотрите, я их просто прощелкиваю нафиг мило. И все. Я и для вас стараюсь, но вам вообще пофигу, что я снимаю, что я делаю. Так что... Так что такие вот дела.
Так, нет, мне нужно не ворон. Знаете, когда рассчитываешь на то, что люди будут там отзывчивы, все дела, там, блин, раз просит, значит, нужно, думаю, блин, ну все, короче, все, сейчас попрет, вот просто сейчас вот, ой, защищенный мне точно не нужен, не хочу даже с ним пытаться драться. Вот. О, кстати, да, мне до 44-го всего-то осталось ничего, это круто. Давай от него свалим отсюда. Душа пламени. Круто. Офигеть, я сам даже не заметил, что мне это... 250 тысяч всего лишь осталось. Круто. В общем, народ, я не знаю, что снимать. Наверное, каким-нибудь макаром дотяну до соточки. Ну, в смысле, 100 серий. И перестану снимать. Раз уж вам без разницы, что я снимаю, так вот это убрать. Чтобы меня не отвлекало. Раз уж вам без разницы, что да как с игрой будет, то мне и подобно. Какие вот там делюхи. Блин, я одну только саламандру вижу, который ядреный. Не хочу на него нападать. Я же гребусь. Не бы вот водяное оружие, да, было бы лучше, чем ветер. Щит, блин, я тоже хочу посмотреть, я поэтому и стараюсь записывать. Я хочу и на щит, я хочу оружие надеть. Чисто только из-за этого, из-за вот этих шмоток я это снимаю еще до сих пор Royal Quest. Если бы мини-гар бы мне их не скилл, я бы фиг тест 2 уже, я бы давно попрыгнул, не знаю, серия на 50-й, наверное, 60-й. Уже бы давно бы не было Royal Quest. Так что спасибо ему огромное за то, что он это... Ну, я имею в виду, вы должны ему сказать огромное спасибо за то, что я еще до сих пор снимаю Royal Quest. И вот эти дилюхи. Давай, нафиг, луши, ёкарный бабай. Оу, yeah, that's good. Так. Завалил я вас всех, и пофигу. Это все. О, сапоги, круто. Погид круто, да, не спорим, да. А, у меня пот у меня в откате сейчас, супер. Долбаная фигня, давай! О, да, наконец, фу. Да черт побери, опять меня... А, точно, стоять, тихо, вот я его потряс, я забыл, что после смерти это говно спадает. Экс. Так, это мана энергии, восстановление маны энергии, да, это то, что мне нужно. Все, что нужно для победы. В общем, народ, поэтому я не знаю, что делать, что снимать, вам пофигу, мне и подавно. Вот и смотрю, что смысла нету в том, что я вообще снимаю, пыжусь. Сейчас вместо того, чтобы сидеть отдыхать, да, шел, устал, все дела. Вместо того, чтобы в свой выходной день отдыхать, я... снимаю для вас видео. Толку-то от этого никакого практически не будет. Так, только расскажу, что да когда где. Кто-то привет передаст, кто-то в комментарии напишет. Какую-нибудь фигню, конечно, напишет. Там очень много фигни всякие пишут. Яйцами меряются, все пытаются. Все равно у меня больше. Смысл вам мериться. Вот. И вот такие вот и дела. Блин, я не туда направился. Так, хранитель ангел мне еще не... Воу, легче, дыши глубже, тихо, 4, не, вот от 4 я точно гребусь, самый не балуй, бежи нафиг отсюда. Я не мог это пропустить, черт побери, вот лошара, блин, жадный, все равно ничего не выбил. Что ж такое-то, а? Я не нажал. О, а здесь баксы, на том хорошо, надо было этот сундук поломать. Текс.
Ага, вот это вот скилл, и сразу же вот это откатывается, вообще замечательно. Я не хочу огребаться лишний раз, просто ни за что. О, я одну завалил, это супер. Вот так вот, да. Душа пламени, и понеслась. Саламандры, саламандры. Ну, саламандры так саламандры. О, кстати. У меня же где-то должно было быть золотое копьишко. Да? Я поэтому к следующему видео. У меня есть карта воды, которую я купил за 30 тысяч, как вы помните. Карта воздуха также еще осталась. Я то двухслотовое золотое копьишко. Если я его не сломал при заточке, я в него вставлю карту воды. И сюда уже тогда, получается, приду в следующем видео подготовленный. Точно. А где я? Ох, ты ж нифига, как далеко забежал. Поэтому на этом уже есть смысл тогда заканчивать, раз уж я наметился на следующую серию конкретно убивать саламандр. Я к этому подготовлюсь. Сейчас запишу серию, маленько отдохну. Кстати, да, вот получается, я записываю, и через час 10 выйдет серия. То есть, проще говоря, как вышла серия, считайте, я, ну, буквально вот-вот, прямо сейчас записываю. Да, вот записываю, и вот сейчас серия выйдет. Вот, через час, короче. Вот такие вот дела, народ, поэтому как бы, ну, просто думаю, надо записать. Ну, блин, тоже смысла. Настроения уже нету, как бы, все это дело записывать. Вот, поэтому, народ, в общем, смотрите сами. Если вы также не будете проявлять активности в том, что... Не спорю, топор выбить — это хорошо. Но логически подумайте. Я как бы хочу как, хотел как сделать. Задание, там, допустим, сделать 25, там, выбить 25 пластинок, да, допустим. Все, я выполнил задание, я выполню его за одну серию. Это логично, что я спрашивал задание, которое выполнить за одну серию. Но, по ходу дела, не все это поняли. Вот такие вот дела, народ. Кто-то понял, кто-то не понял, кто-то написал, кто-то не писал. В общем, фиг да с ним, со всем этим. Следующая серия, а именно в среду, уже я пойду убивать саламандр. Попробую найти копишко, либо я, короче, золотое копье свое найду, либо я, кстати, давайте глянем на скалу, либо я какой-нибудь копишко куплю, да, здесь его нет, то, возможно, я химика закину. Вот, либо я какое-то копишко куплю и уже туда вставлю карту воды и будем убивать уже саламандр. С нормальным, более-менее нормальным дамагом, то есть они получаются тройные. По идее, я 140% должен по ним дамажить, так что вообще будет офигенно. В общем, народ, все. До среды. Всем спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, что об этом думаете. И есть ли смысл снимать дальше Royal Quest или нет. Потому что я смотрю, что вам, по-моему, без разницы, есть смысл снимать в этом Royal Quest или же нет. В общем, всем спасибо, всем удачи, всем пока. Давайте до среды.